Пойдем. Это я понимаю. Пойдем. Так. Че, фугасы будем на эсминца охотиться? Да, я на фугасах пока иду. Хорошо. Идем в бой в блицах. Сегодня начало вечера, 28 сентября, четверг, 7 часов, 19:00 по среднесибирскому. Жду приказа, прием. Чё-то ты, Сережа, хуже меня разгоняешься. Ты хочешь, чтобы я пошел? Хорошо, ладно. Сережа, это блицы. Нет, я понимаю, что, наверное, мне стоит войти туда, где обе точки соприкасаются, и... Ну, с такой скоростью я тебя обгоню. Нет, сейчас разгонюсь. Давай, там, мазут и подкинь в топки. Форсунки, Сережа. Я не знаю, чем его топили, может быть, даже шнапсом, он немецкий. Да неважно, чем они топили. Видишь, мы точечки уже проебываем. Сейчас будем с тобой вместе гоняться за этой мерзкой сволочью. Я имею в виду... Ну, мы бы все равно быстрее него не успели. Ну, у тебя был небольшой шанс заблокировать точечку. Видишь, а сейчас ты плюхи будешь собирать. Еще сейчас торпедки нам дадут наверняка. Да, видишь, какая сволочь. Вот она, сволочь новороссийская. Видишь, где она, мерзкая скотина. Видишь, как он тебе лупит. А почему-то меня не видит, представляешь? Как это все плохо. Да ладно. Он красавчик. Видишь, какой милый. Видишь, время тянет. Выдавили мы эту сволочь, блядь, с точки А. Мерзкую скотину. Вот он, Новороссийск. Ну, я пошел на Новороссийск, не знаю, чем дело кончится. Так, я на один бой, потом нужно будет уйти. Да, Сережа. Так. Ну все, мы взяли точку Новороссийск. Куда-то сваливает. Или не сваливает. Где я мы сейчас бомшера? О, как печально. Ну вот, Сережа, торпеды ты ловишь, судя по всему, да? Да, ладно, я не успел развернуться. Ну видишь как. Ты по-прежнему хочешь пойти в КБ? Это две не связанные вещи. Напрямую, Сереж, связанные. Напрямую. Ну, если у тебя нет такого желания, мы не наберем народ, то не пойдем. Пожалуйста, моим желанием не прикрывайся, у меня всегда есть желание. Поиграть с хорошими людьми. Я тебе говорю, как победим в КБ раз 20, блядь, так пойдем. Я ничего не прикрываюсь. Не идем. Пойдем, победим 20 раз в блицах. Сегодня играем в КБ, либо в субботу, там, когда они еще будут. Окей. Нормально я пожелание высказал. Ты не против? Эпическое, ну, зрелище, эпическое. Взрыв моего линкора. Надо будет бы... Торпедки вам засветил? О. Оно, Саныч, далеко. Поклон. Вчера смотрел...
этих смайлов, три что ли года назад, их клановые бои уже в самой высшей лиге. Блин, вот там до хрена всего, что можно посмотреть и проанализировать. Так, я могу включить этот. А, ну подожди, все равно не его. Жги, не жги, не жги. Да, да, да. Не, пока не нужно. Он в дымах там встал, блин, чуть торпеды. Да, ты не достанешь до него, скорее всего, для каминга. Может быть, да. Он вообще не по... Вот он. Это хаб. Да, вот он. Ну, я уже до него не достаю. Он за остров у меня. Опа, меня кто-то светит опять. Сволочь какая-то, согласен. Блин. Вот у тебя торпеды шмаляют, тот тебя и светит, я подозреваю. Блин. Нет, тогда меня светил этот, Смоланд. А, Холланд, блин. А тут кто-то... Подлодочка какая-то, наверное. Вот он появился. Отец, отомсти за нас, за всех. А так там подлодка, сука, блядь. Я и говорю. На, получи ваши с гранату, блядь. Не, дружок, так не скроешься ты. К твоему большому сожалению. Что, ты его убьешь сейчас? Скорее всего нет, он за остров уйдет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блядь, слава богу. Так, надо включать РЛС, он меня опять светит. Ну включай, вот он. Включай, включай, вот он, да. Только мы тебе, блядь, ничем не поможем. А, вот он. Вот он, корешок. Иди ко мне. Торпеды справа по борту. Что такое, Сахарок? Да ты проказник, я смотрю. Ну, каминг, все. Подъехал паренек. Ну и хорошо, что отъехал. Гребаная турбина. Что приказом, прием. Два на О, четыре. Подводник. Ух ты, точно Торпеда подводник, блядь. Я что-то не в ту сторону смотрю. А, я не достаю авиаударом, блядь. Я достаю. Блять! Простите. Отец, сегодня, по-моему, какой-то церковный праздник, да? Не знаю. Наверное. Что-то какой-то вход, какой-то этот... Пресвятой Богородицы? Да, да, вчера было, наверное, да, по-моему? Ага, есть такое. Ну-ка посмотрим, что сейчас мне скажут мои друзья, летчики. Ну, ну, пацаны, ну... Мальборо-то доберете, не? Хрен его знает. О, 4000 всего, ну это мало, блядь, конечно. Ну там хилится. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Ну ты знаешь, я бы не сказал, что, Дима, что это уж прям турбина. Она какая-то, блин, потная турбина. Серега. Видишь, да? Да, да, я вижу. Да, это все. Да, только все с другой стороны пришло. Ну, всего хорошего. Ну да, чё? Это ты мать кто? Подводная лодка, что? Торпеды справа по борту.
Торпеды справа по борту. Торпеды справа по борту. Что приказано? Ну, тоже поиграл, походу. Ну да. Всего хороший гоблин. Да, да, я-то думал, подводников уже здесь нет. Он ушел. Ага, я тут бился до последнего с этими подводниками, блин. Ну вот, был в засвете подводник, я не видел глубинок. А кому? А некому. Альзас далеко находится. А у тебя, Саныч, авиаудар или глубинка? Да, авиаудар. Мы сейчас долбанем по этому, если попадем. Вон, в тебя летит. Да, ничего страшного. И? Я же уже в отвороте стоял, так что... У него крупный калибр. Да, пофигу, у меня ни одной. Смотри, какой придурочный авиаудар этот. Так, 6 секунд, 6 секунд. Не добью, не добью. И? У меня последнее время выработалась какая-то чуйка, блин. Как куда свалить, блин. Я, наверное, от отца заразился, блин. Ты чё, это не чуйка, это навык называется. Да, вот ветку я словил. Ну ладно, ничего страшного. Прям флешбэк сейчас поймал, как будто с Серёгой разговаривал. Джохан де Вит. Какой-то это, мафиози, бля. Йохан. А, что, Йохан. Мафиози, да. Джохан де Вита. Они мафиозники, они все такие, блядь. А дальность стрельбы у тебя какая? Чем? 18,6. Мафиозники, блин. Ну да. 18,6. А авиаудар 12. Я хочу все-таки на золотого льва накопить. Блин, в целом неплохая лодочка, но довольно специфичная. Она очень неплохая тем, что она... Ой-ой-ой. Ты смотри, какая мерзкая. Все-таки решили по мне пострелять, однако. Решили пострелять. Монтана на фугасах? Что? Да. Блять, не понимаешь ты, сука, хорошего отношения, а я не успел. Ну ладно. А что это за херня, Хизен? Да вот хороший вопрос. Тебе, наверное, должен был быть. Сейчас закончим, бы я посмотрю, есть ли у меня это корыто, потому что начисление сегодня было. Если у него есть, значит, у меня должно быть. Либо это что-то веточное, либо там. Да, скорее всего, точно не веточное. Хизен, девятка. Что-то на немца какого-то похоже. Давай в профиль на него глянем. Нет, а это японец вообще-то. Оу. Да. Ладно. А что, можем выходить из боя? Нахрен я его смотреть-то буду. Давай выходим. Сейчас я скажу, что это за... Вообще интересно было бы досмотреть. Можешь досмотреть. Ушаков, конечно, сволота. Не забудьте ему передать все возможные пожелания. Так, сегодня начисления этого корыта не было. Ну ты вот смотри, как хорошо Аляска Эльзас разбирает. И Даларна. Прямо просто залили его. А Ушакова на якорной стоянке разобрали. Ну, поздравляем Ушакова. Не, он еще стоит. Ну, какая разница, сейчас разберут. Че ему надо это? Пожелание добра там всего такого. Да, да, я понял. Мы же не можем.
А, за очки Ох. исследования нет в Японии. А что это за корабль тогда такой? Его нет в Адмиралтействе. Так, ладно, есть другой способ. Блин, у вас было вот это, насколько вы довольны прошедшим боем? Да, было, было. Сейчас было. Всем. Чё поставили-то? Я абсолютно доволен. Значит, ставь абсолютно доволен, не выпендривайся. Все всегда абсолютно довольны. Конечно. Да. Можно подумать, этот опрос что-то решит. Знаешь, такое впечатление, что они это троллят нас. Знаешь, засунут в какую-нибудь жопу, короче, а потом в конце, типа это, как вам бой понравился? Да шикарно Прошу. Понравился, конечно. Ну я и написал, я очень абсолютно доволен. Все. Я вчера взял. Че я вчера взял? Сейчас скажу, я вчера взял советский этот сталь. Запустился, и меня, блядь, забалансило с десяткой. Я один был крейсер 8, остальные все, блядь, десятки. Там пару девяток было. Ну и, соответственно, в противоположной команде то же самое. Блин, ну зачем так делать, не понимаю. Хотя бы тогда, блядь, там, не знаю, делили бы как-то десятки, девятки. Я сегодня ночью пошел играть в случайке. Ну тоже ночью. Да, и 2-2, короче, играл. Я сначала не понял, думал, ошибся, может это. Нажал не на ту кнопку, бля. Короче, этот Хитсон в 2020 году был введен. Так. Ладно. Ведь опять они мне китаками начислили. Да не хочу, если я на нем ходить. Ладно, тут, похоже, больше смотреть нечего. Развязка к финалу идет. Да, 2 эсма. Саня, да? Я вообще-то ни до кого не достаю, кроме Ямато, но Ямато за скалой. Даже не говоря о том, чтобы в кого-то авиаудар кинуть. Ну, подлодка просто в наглую взяла, блин, это. Да, просто по беспределу, блядь. Ну. Причем я им ее засветил. Учитывая, что у нас нет правого фланга, то же самое сейчас будет и дальше. Вот он, Джон Бар ползет, блядь. Притом так уверенно. Ну-ка. Блин, хоть ББХами стреляй минимум, блин. Красиво ушел, что говорить. Кольберт. Кольберт уже двоих забрал. Да, смотри, что падла творит, блядь. Он скорострельный, зараза. Да, вижу. Смотри, что как меня красиво разбирает. Продавили они фланг. Потому что... Да. Вот монах, в чем тут стоит целый. Кто там у нас еще? Бургунь, Пруссия. Они впереди должны быть. Интересно, куда они все-таки хотят уйти, вот эти два наших линкора?
Сейчас Сантандер тебя замучает. Так они меня сейчас вдвоем замучают. О, у тебя полубронебойчики, это круто, они он урона должен наносить, вообще мам не горю. 5000 снял все-таки я с этого салам. Ну он еще. Так неожиданно для себя решил остановиться, по-моему. Я авиаударом, и я его. Ой-ой-ой. Нет, нет, ты Шрёдер. Да как? Да, чуечка хорошо. 2, 4, 6, это подводная лодка. Да, 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 да. Так почему 6? Когда должно быть 8. Перезарядка. Или 8. А, 8 у трэшера. Вон он сзади, сам чистый авиаударчик есть, пробросим-то. На, не достаю я авиаударчиком до туда, я же отошел. Вон петух полетел. Сейчас куплю угольную перезарядку на него авиаудара. Перезарядку авиаудара? Или да. Авиагруппы? Авиагруппы, ну это одно и то же здесь. Нет. Ну как нет? Это разные вещи. Одна для подводных лодок, а другая урон по кораблям. Ну и чё, а я чё сказал? Я сказал, что эта штука называется у меня авиаудар. Которая наносит урон кораблям. Так она и подводным лодкам наносит. Смотря, если там, он всплыл. По-моему, даже еще под водой берет на небольшой глубине. И на перископе. Тут да, могу еще да, да, понять. Да, да, да. Невский справа. Может, да накинуть, мне какая разница, Невский, не Невский. Блядь, я вам сейчас поймать и плюну, блядь, и буду топиться, наверное. Других вариантов вообще никаких нет. Слева от тебя очень близко подводная лодка. Еще веселее, блядь. Утонул? Монарх, готов. Ну чё? Ямато. О, 6700. О, еще добил. Красавчик. Так она и справа подводная лодка. Здесь две подводные лодки. Ну, то он то не мог так быстро переместиться. Их две. Куда хочешь. Вон он, слева, слева теперь. Но это на тебя 45-я заходит. И очень быстрая перезарядка торпед. Ага. 2-4. 4 это с носом пустил. Да и хорошо. Можем только так. Вот он всплыл. Авиаудар. 7 километров. Нет, на перезарядке авиаудар. Ты же не сбрасывал. А, вот он, вот он. Давай вот так попробуем. Толку, по-моему, никакого не будет. Ох, без мачты очень хорошо. Да, да, да. Вот и все, вот это. А нет, от меня, а это да. Бляха. Ну вот эти нахуй, то, что в бок лупят, тут уже ничего не сделаешь. Это... Да. Че, отец сразу. Серега, сколько? Я троих видел, да, троих вот это. Нет, отсюда уже кирдык пришел. Только что. Поражение. О, блин. Что праздничная награда, прикинь, за что она мне упала? 60 жетонов прогресс. Ну не откажется. А, у нас Рига АФКшная была. Да, нам везет как утопленникам. Но-но-но. Так, ладно, ребята-то ехать надо. Давай. Давай-давай, Макс. Я за это несу ответственность. Я даю гарантии. Подводник, ну, друг. Да он уже не знает, что делать, блядь. Сваливать надо этому. Тут другу. Готов плавать, но он же засветит тебя. У нас опять тут план проваливается, блядь. Сейчас будем готов светить. 10 секунд. Дима, а если тебе таки на этой карте проходить просто по центру, как ты думаешь, не лучше? Если нет этого авика.
Ну так авика-то сейчас нет. Отлично. Как так? А, иди сам захватывай, умный такой, блядь. Захватывающий. Да мать твою идти, да что ж такое? Ты можешь с одной скоростью идти? Как тебе затопочка, паренек? Черт долбаный, ты стрелять будешь, Дункан, куда ты пошел, блядь? Саныч, советую тебе уйти оттуда. Да вот я что и думаю, мне тут явно мне не место. А можете вот по этому типчику дать залп? Я не достаю ничем его, ведь он за островом для меня. Понял. О, дождался плюху с правого фланга. Бать, по альенде можешь работать? Я не достаю. Недобитый ж по мне стреляет. И кто-то с Б меня светит прям активно. Союзники, передаю координаты опасной цели. Подлодка там берет точку. На Б? Угу. С чего ты взял? А эсминец у нас здесь светит? Эсминец там, да. Эсминец не светился, я его не... А, вот он. Ни хрена так, себе. Так, у него... А что это за лодка, Дима? Вот это вот. С авиаударом. Сейчас, одну секунду. Ничего себе, блядь. У меня конкурент. А вот прямо. Да который это новая лодка. Вот же сволочь. Ее сегодня начислили, я могу посмотреть, что там. Судя по тому, что он меня начал обстреливать раньше, чем я его. Ой, да, тут подводник светит меня. Ну, поиск, да не только подводный тебя. Поиск. Нет, тебя-то он физически светит, а меня подводным поиском. Бля, какие же, вот что они там стоят? Кто? Да вон три линкора наши. Шамбар, Дункан ушел. Они под фокусом. Ну и что, а что нам, они под фокусом? Че, как они вообще там оказались, блядь? Если уж на то пошло, блядь. Начнем с этого, да, отец? Да. Ну-ка. Все, мне кирдык, блядь. Наверное.
Я вообще не могу из-за света выйти, блядь. Да, называется, да выебывался, блядь, картина маслом. Сконцентрировать огонь на указанной цели. На, нахуй. Где же подводник у нас, а? Вот между островами, видишь? Пока нет. Справа, так, ты куда идешь? Да к нам батя. Справа сзади от тебя. За островом, между островами, справа сзади от тебя. Понял, но мне минуту нужно, чтобы... Ну вон торпеды, видишь, и тут это, вон их пусть. Вон он, я его вижу, у меня засветка его есть. Ну, по мини-карте-то я его тоже вижу. О, засветил меня, не, братишка. Так, а никто не смог? Нет. Все отлично. Вообще они по-хорошему, вот эти два линкора, три, а нет, уже два, должны были все-таки Наполи убрать прям в легкую. Либо Ебулки, либо Померна. Хотя... Так, отец, 10 секунд, постараюсь засветить подводную лодку. Да вот, я его уже вижу. Он у тебя, что ли, где-то? Он точку берет, блядь. А. Последнюю. Блять, ёбаный Бризман со своей РЛС-кой. А, вон она. Отец, подлодка там светанулась. Да я вижу, она все ушла из зоны действия, блядь, в РЛС-ке. Все, попадаешь? Ну, если он не отвернет, туда попадает. Хотя нет, скорее всего, нет, не попадет. Блин, исчез. Ого, появился. Ну, хотя... Попадает. Они доворачивают прям четко на него. Я на всякий случай контрольный сделаю, блядь. И буки кирдык. Да, Ямато бы поддержать надо РЛС-очкой, Серега. У меня в откате. Угу, ладно. Попробуй Брисбану в бок покидать, да? Ууу! Двадцаточка. Мелочи приятного. Ху, яси мелочь. И смотри, как мы сразу вправо пошли, жопу Сереге свою квадратную показывают. Ой-ой-ой-ой-ой, еще троечка.
Ну, тоже неплохо. Ну, две точки мы им стопорнули. Я думаю, мы их захватим, если Ямато сейчас с подлодкой не заберет. Сука, и Брисман ушел. А, еще Тараница собрались, ты... что ли? Кто-то, Жанбар с Наполи, что ли? Но. 5 минут до конца боя. Че, Жанбар не знает, что у нее... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, май гуд. О, торпеды. Да-да-да, но он нормально заходит. Да-да-да-да. Жанбарчик должен победить ее. Да-да-да. Потому что да, он не дал ей шанса для другого правого бока. Отлично. Ну, кирдык емати, блядь. Практически девственный был. Хотя, как так? Странно. Нет, проиграем, судя по всему. Извини, отец, но я не могу вам помочь. Жанбар пытается далеко. Цепь взять, но... Мы с ним вдвоем возьмем. Сколько у тебя по моткам показывает времени у нас? 3:36 до конца. Да, мы успеем за 3 минуты дойти и перекрыть им доступ на победу. Было бы хорошо еще кого-то из них завалить. Будь я подводником, я бы, да, уходил бы вот за вот этот вот остров, вот здесь бы всплывал, хилился, и вот по такой траектории старался бы уйти. Убежать, да? Да. Отец, ты не в ту сторону идешь. Если по теории Димы, тебе лучше направо идти, попробовать его перехватить. Да он меня светит. Если бы он за островом стоял, он бы как бы это... Если он тебя светит, то... Блин, хотя с другой стороны он мог вот здесь, теперь, вот нет, теперь он отсветился. Всем, кто меня слышит, защищайте указанные... Теперь он, да, где-то здесь. Две с половиной. О, опять светит. Давай, откуда сейчас пойдут? Я думаю, что да, вот так носом иди прямо. Он там должен быть. Обидно, если он сзади окажется. Ну, я хочу сказать, что у него ХП практически нету. Тут один удар, мне кажется, ему остался, потому что я по нему уже 3 раза попадал. О-о-о, вот это да. Он сзади, ну, нет? Нет, это не или он. Это последний засвет его. Он сзади, он просто погружался, ребят. Нет, это этот, крейсер. Меня этот светил просто, а крейсер торпедой пустил с другой стороны. Надо пойти с крейсером разбираться, короче. Все, я пошел. Вон он, видите, точка. Нет, ты не докинул, отец. А я еще не кидал. Тут там бомбы рвались. Нет, это проигрыш все равно, ребят. Какого проигрыш? Ты чего? У них нет ни одной точки, а у нас 25 3. И 200 очков. Мы их догоним с учетом 3 точек. Ну давай попробуем. Нужна разведка. 700, 1500 за минуту. Не наберем очков, скорее всего. Да, наберем, Саныч. Давай, давай, ждем. Отец, уходи лучше, ты не разбомбишь. Я ухожу. Постарайся. Тут это, с левой стороны еще от меня. Ну, то есть он крейсер. Тебе залп даст, он себя может выбить эти 9430. Я думаю, вряд ли он выбьет. Давайте попробуем. 870. А вот торпеды он пустил, блядь. Нет. Все, до свидания. Угу.
Ну вот и проигрыш. Да это нифига не проигрыш. Проигрыш. 19 Нет. секунд осталось. 17 секунд, да, то уже сотку не наберем даже. 150. Ну да. Вот он, Брисбен, где объявился. Блин, Дима постоянно на первом месте.